Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня мы продолжаем разговор о работе онкологической службы Одинцовского района. И в нашей студии главный онколог, главный гематолог 10-го территориального управления Министерства здравоохранения Московской области Валерий Владимирович Ведюк. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Рада вас снова видеть в нашей студии. Мария, приветствую вас. Уважаемые телезрители, приветствую вас. Тема актуальная, тема интересная, тема глобальная. Я бы так вот выразила в трех таких тезисах. Давайте продолжим наш разговор. Уже две программы вышли на канале ОТВ, имели большой отклик от телезрителей, потому что действительно онкология, ну что здесь греха таить, да, сегодня это проблема номер один. Вы абсолютно правы. Действительно необходимо комплексно относиться к решению данной проблемы. И видите, мы уже третье выступление делаем, то есть за одно выступление мы не смогли озвучить все возникшие проблемы. Хотелось бы сегодня больше уделить внимание именно онкологической службе. Какие изменения произошли в ней за последнее время, как работает эта структура сегодня? Ну, в предыдущих выступлениях я уже коснулся темы о том, что необходимо комплексно подходить к решению вопроса о борьбе с онкологией. В данном случае необходимо сказать о том, что лечение любого онкологического заболевания состоит из нескольких моментов. В частности, это, допустим, химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение. Вот. И для того, чтобы правильно подобрать этапность лечения и объем лечения, необходимо, естественно, коллегиальное мнение. Для того, чтобы исключить мнение отдельного лечащего врача, вот мы организовали, по приказу Ольги Александровны Митюкевича, организовали онкологическую комиссию округа, в которую вошли я, как главный гематолог, главный онколог по паллиативной помощи Одинцовского округа. В нем вошли 4 онколога-химиотерапевта, заведующие онкохирургическим отделением. Кроме того, необходимо отметить, что в комиссию мы ввели главного радиолога Московской области, Балканова Андрея Сергеевича. Вот, и можно честь сказать нашего района, что он единственный в нашем только округе, он является членом комиссии. И данный факт очень немаловажен. Во-первых, то, что всегда для нас была проблема проведения лучевой терапии, вот, и, к сожалению, она остается проблемой во многих округах Московской области, мы решаем ее однозначно сразу же на заседании комиссии. Вот, в случае, если пациент нуждается в лучевой терапии, мы направляем его в Мунике, вот на базе лучевой терапии Муник. Кроме того, Андрей Сергеевич помогает нам в плане проведения сцинтиграфии скелета. Это радиоизотопное исследование скелета с целью поиска метастазов раковой опухоли. И, кроме того, проводится и лучевая разметка, и практически все лучевое пособие, что является приоритетом в данном лечении. Кроме того, в лечении, как я сказал, любого заболевания, эти методы, они имеют определенную последовательность. И мы решаем, кто в первую очередь пойдет, кто во вторую, допустим, и третью очередь. Сначала, допустим, хирургическое лечение, потом химиотерапия, лучевая терапия, или меняются местами данные виды лечения. Так что в нашем округе комиссия работает, и мы уже провели более 150 заседаний с начала года. Какие вы видите перспективы для дальнейшего развития этой службы? Потому что, я так понимаю, в любом случае, пока существующая структура, она не совсем удовлетворяет всем запросам, которые на сегодняшний день стоят, и вот те вопросы, которые летят от пациентов к вам. Я уже рассказывал, что расширилось отделение, вот, и сейчас уже такое отделение 70 коек нет ни в одном округе Московской области, естественно, считая общий коечный фонд Балашихи, областного центра. Но, тем не менее, сейчас мы видим увеличение потока первичных пациентов, и, к сожалению, некоторые лечебные учреждения Москвы, которые брали наших пациентов, они сейчас или закрываются, или отказывают в помощи областной области. В итоге поток вырос, и сейчас мы увеличили в 2 раза больше пациентов берем за одно поступление, тем не менее, вот в настоящий момент даже количество уже записанных больных до конца практически года. Это первое. Во-вторых, приоритет в
в информировании вас о дальнейших развитиях, естественно, лежит вот, значит, и находится в приоритете у, значит, нашего главного врача Александра Мисюкевича. Вот. Мы, к сожалению, не могли согласовать с ней мое выступление, поэтому я имею право только сказать то, что какие ставятся задачи передо мной. Вот. И... Но в любом случае это все делается для того, чтобы нашим пациентам, это конкретные жители Одинцовского района, им было удобно, и они могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь прямо здесь, у себя дома, у себя в районе. Ну, я уже не говорю о каких-то очень сложных случаях, когда, ну, действительно требуется помощь других специалистов. Все-таки у нас сейчас достаточно развита эта структура оказания онкологической помощи, и врачей-онкологов достаточно много, операций проводятся и эффективно проводятся в нашем хирургическом отделении. Это ведь все создано именно только для удобства пациентов. Вы правильно озвучили эту тему. Около 80% пациентов нуждаются в проведении обычных, не каких-нибудь очень... Ну, не высокотехнологичных, да? Нет, почему высокотехнологичная помощь, она оказывается в больнице. Уже мы ее не зря перешли на третий уровень. Вот Александр поставил задачу, и сейчас работают по высокой технологической помощи. Это и гинекология, это урология, это травматология. Кроме того, и в нашем отделении уже проводится высокотехнологическая помощь, значит, проведение химиотерапии. Значит, в перспективах, то есть, в принципе, что мы уже сейчас открыли, это мы совместно с хирургическим отделением, мы во время операции, допустим, на кишечнике, мы вводим в брюшную полость химиопрепараты с целью предупреждения дальнейшего развития опухоли по брюшной стенке, так называемый канцероматоз брюшины и остит. Вы, наверное, каждый из вас видели людей с большим животом, то есть, где скапливается жидкость из-за продолженных метастазов. Так, кроме того, мы сейчас внедряем в практику одномоментного нахождения пациентки в стационаре, то бишь, допустим, прооперированная по поводу рака мышечной железы, тут же, пока ей делаются перевязки и заживает рана, значит, мы проводим гистохимическое исследование, и в дальнейшем, тут же, не выписывая пациентку, проводим химиотерапию, что очень уменьшает срок от операции до начала специализированного лечения. Вот. И еще одним моментом скажу, что сейчас вот в плане развития дальнейшей медицинской помощи Александра ставила перед нами задачу, чтобы пациент не искал место, где ему проводить будет одно лечение, второе или третье. Все должно проводиться обследование и лечение в одном центре. Назовем это пока нашей больницей, но в дальнейшем у больницы будут новые подразделения. Это онкологический центр нашего округа. Куда будут входить? Это я ставлю, даю информацию из поставленной передо мной задач Ольги Александровны. Отделение онко-колопроктологии, где будет проводиться хирургическое лечение, специализированное вот, пациентам с заболеваниями кишечника. Вот, кроме того, будет отделение онко-торакоабдоминальное. Торак – это грудь, абдоминус – это живот. То есть лечение по, значит, и по заболеваниям и органов грудной клетки, и брюшной полости. Кроме того, будут внедрены в эти отделения врачи, опытные врачи, онкологи, допустим, так называемая голова шея, то есть оперирующие на шее и на лице. Вот, то есть это будут многопрофильные центры. В отделении будут, кроме названных онкопроктология, онкоторакоабдоминальной хирургии, будут два отделения химиотерапии, отделение дневного стационара и паллиативные койки. Значит, но хотел бы отдельно остановиться на паллиативных койках. К сожалению, не только у простых обывателей, но и у врачей ассоциируется в одном понимании хоспис и, хоспис и паллиативная помощь. Но для всех я немножко внесу ясность, что паллиативная помощь – это оказание помощи тяжелым онкологическим пациентам в плане медикаментозной коррекции. Это могут тошнота, рвота, падение лейкоцитов, гемоглобинистские трансфузии, переливание крови. Вот. А хоспис – это просто нахождение в стационаре пациента без медикаментозной коррекции, только с целью ухода и скрашивания последних дней. Тем не менее, у нас хосписа нет и не будет, у нас будут паллиативные койки, где уже сейчас проводится лечение этим пациентам. То, что касается лекарственных средств, Валерий Владимирович, как продвигается этот вопрос, насколько обеспечена больница лекарственными средствами для онкологических больных? Возможно, это сложнейший вопрос для всех лечебных учреждений, не только нашего, допустим, Московской области, но, наверное, и всей России. Дело в том, что медикаментозное лечение очень дорогое. Я
догадываюсь, что у многих главных врачей, заведующих отделением, есть желание помочь обеспечить нужными препаратами, современными препаратами больных с онкологической патологией для того, чтобы улучшить их и качество жизни, и продолжительность жизни. Но упирается иногда в, и чаще всего упирается в финансовые возможности данного конкретного лечебного учреждения. Пример могу сказать, что вот сейчас по докладам на совещаниях, на областных совещаниях, допустим, у Егорьевской больницы 300 миллионов долга. Вдумайтесь в эти слова. Можайская больница 150 миллионов долга. В прошлом летом врач озвучивала сумму 150 миллионов долга нашей больницы. И приятно, очень приятно мне сказать о том, что в настоящий момент мы входим в единицы лечебных учреждений Московской области, которые находятся уже не в минусе, а в плюсе. И огромная была проведена экономическая работа руководством больницы, и 150 миллионов долга мы перешли уже в плюс. Что это нам дает? Это дает возможность действительно оказывать руководству больницы помощь онкологическим больным, они не вычеркнуты из жизни. И, возможно, более повышенное внимание, чем к этой категории больных, у руководства больницы я не вижу. Но телезрители, которые видели мои выступления раньше, видели, что я пришел на выступление с открытыми пустыми руками. В настоящий момент я бы хотел предложить, ну, как бы доказательную базу моим словам. Я прошу, Мария, если можно озвучить. Вот посмотрите, вот здесь хотя бы просто озвучить препарат, сумму закупки, скажу, это на одного пациента, на один курс ведения по индивидуальной закупке. Я понимаю, это товарная накладная, препарат Эрбитукс. Цена вопроса. Цена вопроса 97 278 рублей 50 копеек. На одного пациента тратится 97 тысяч. При том, что терапевтический больной, обычный терапевтический больной, там пневмония, там бронхит или гастрит, вам обходится в 2, 5, 7 тысяч. Вот, представьте себе разницу. Будьте любезны. Ну, тут цифра практически в полмиллиона рублей, 480 тысяч 255 рублей закупка. Вот одна накладная на один препарат. То есть я доказываю о том, что сейчас Ольга Александровна тратит по 2-3 миллиона в месяц, выдает на оказание медицинской помощи онкологическим пациентам. Есть еще один препарат, Аранесп, с его стоимостью 73 тысячи. Ну, то есть действительно очень дорогостоящее препарат лечение. В Московской и это области. Все закупает Одинцовская центральная, конечно, районная больница, конечно, для лечения своих пациентов. Да. Последний препарат, он относится к препаратам, которые воздействуют на костный мозг. И в случае, если низкие цифры гемоглобина, мало эритроцитов, то данный препарат, это вводится подкожным. Представьте себе, одно подкожное введение стоит 70-80 тысяч. А в принципе на лечение одного стационарного больного иногда доходит до 200 тысяч одно поступление. И мы говорим о том, что у нас в стационаре находится не один пациент, и даже не два, не три, не четыре. Таких больных достаточно много, и в общем больница несет, ну, существенные финансовые издержки с этим вопросом связанные. Ну, цена жизни. А жизнь, как вы знаете, бесценна. Что мод руководство больницы. Вот, естественно, мы находимся в плюсе. Кроме того, еще больше скажу, что сейчас вы говорите только о Одинцовских больных, уже несколько мы вышли за рамки Одинцовского округа. Дело в том, что, ну, я не знаю, скорее всего, это не секрет, это было озвучено на совещании областном. Вот министром здравоохранения области поставлена задача перед Ольгой Александровной Мисюкевич о том, что она должна постепенно брать на себя уже Нарофоминские, Русские и Можайские районы на обеспечение. И в случае открытия центра, естественно, будут замыкаться на данный центр не только Одинцовский округ, куда, напомню, уходит Одинцовский район, Краснознаменск, Власиха, Звенигород. Но и будет еще уходить Можайск, Руза и Нарофоминск. Это связано с тем, что по территориальному признаку, раз маршрутизация пациентов, потому что нас объединяет практически белорусская железная дорога, вот трасса киевская и Минское шоссе, Минское-Можайское шоссе. Вот, поэтому мы уже сейчас оказываем помощь. И вы знаете, мне очень приятно, что я не прошу помощи у других округов, а по согласованию с главными онкологами округов Московской области, значит, в случае, если препараты у нас присутствуют, а нет вообще в Московской области, по согласованию начмедов округов, а не созваниваются с Ольгой Александровной, это ставит задачу мне брать пациентов с других округов. И даже мы берем с Клина Орехово-Зуево, я уже говорю, Можайск, Нарофоминск, Руза. Вот, то есть данный препарат, вы зачитали Эрбитукс, в настоящий момент данного препарата нет вообще в Московской области ни в стационарах, ни в аптечной среде. Есть только у нас закуплено 100 флаконов. Вот просто представьте себе, если на одного пациента старается 4 флакона, 4 флакона, вот озвучила Мария, это 197 тысяч. И я горжусь тем, что в нашей больнице есть те препараты, которые отсутствуют вообще в Московской области.
препараты, онкологический центр, планы далеко идущие вперед. А то, что касается укомплектованности штатом, именно онкологами, вот как дело обстоит в нашем Одинцовском районе? Потому что я знаю, что, конечно же, в Московской области есть с этим проблемы, да и в России в целом не так много врачей-онкологов. Вы абсолютно правы. Дело в том, что стать онкологом, может быть, и есть желание у студентов, уже практикующих врачей, но упирается все, опять же, в возможности. Врач, когда выбирает профессию онколога, он старается проанализировать, что он может, как он может помочь пациенту в плане обследования и лечения. И те факты, которые я уже указал в предыдущих выступлениях и в это выступление, что действительно упирается в невозможность обследования, невозможность обеспечения лекарственными препаратами. И возникает вопрос, а зачем мне это нужно? Поэтому онкологов не так много. Действительно, Мария, вы правильно озвучили вопрос, что в Московской области обеспечено практически на 50% только онкологами, но по гематологам еще меньше. Я уже рассказывал, что практически гематологическая служба представлена только Королев, значит, Моники и Подольск, и наше отделение. Даже то, что я единственный онколог и гематолог в Одинцовском округе, говорит уже об этом, что гематологов мало. Вот. И здесь, опять же, я постоянно говорю, что мне помогает главврач. Да, действительно, это так. Потому что она очень большое внимание уделяет обеспечению кадрами. И скажу то, что на совещаниях последних было озвучено, что практически на 100% кадры Одинцовской центральной районной больницы, они обеспечены. Я докладывал уже вам, что на момент открытия отделения в 2011 году я был представлен только единственным онкологом-гематологом. А в 2006 году вообще никого здесь не было, ни одного онколога-гематолога. Так вот, за последние 3 года, проведя большую работу в плане кадровой политики, значит, Ольга Александровна, и благодаря своим друзьям, знакомым, которые она широко известна не только в пределах Московской области, но и далеко за пределами, и по, значит, ей рекомендовали врачей-онкологов, к нам приехали из Нижнего Новгорода, из Удмуртии, вот, и из Питера. И сейчас нас в отделении представлены, кроме меня, еще 4 врача-онколога, химиотерапевта. Во второй поликлинике 5 врачей-химиотерапевтов. Кроме того, есть химиотерапевт в Звенигородской больнице и в Краснознаменске. Вот, но в перспективе сейчас уже, как Ольга Александровна сказала, на низком старте находятся 2 гематолога, значит, и 5 онкохирургов. Перспективы развития онкологической службы Одинцовского района есть, они налицо. Спасибо огромное, Валерий Владимирович, что проводите такую масштабную работу, а самое главное, информируете наших жителей, ведь все это делается, все усилия, которые прикладываете вы, которые прикладывает главный врач Одинцовской центральной районной больницы Ольга Александровна Мусикевич, направлены на здоровье наших пациентов, наших любимых жителей. Спасибо вам. Я благодарю Одинцовское телевидение и вас, Мария, благодарю за специальную возможность. И вы знаете, уважаемые телезрители, мне будет очень обидно, если после выступления моего перед вами, которое не так легко дается, я не телеведущий, я не привык выступать перед, на телевидении. Тем не менее, мне будет очень обидно, если я буду сейчас видеть поступление больных пациентов в запущенных стадиях. Я вам разъяснил, что такое онкология, что зависит от вас. И, может быть, в первую очередь зависит от вас. То, что если вы не считайте себя здоровыми, не имея признаков заболевания. Пройдите обследование. Пройдите обследование, то рутинное, которое я рекомендовал. Это не так тяжело. Но вы поможете себе в дальнейшем. Спасибо. Всего лишь нужен один день из 365, некоторые есть в году, чтобы уделить на свое здоровье. И этого, ну пусть минимально, но будет достаточно, если человек будет хотя бы один раз в год проходить полное обследование. Может даже организма. По-другому, что в принципе разделить на 2 дня, то есть не терять один день от работы. Можно выделить 2-3 часа в один день, 2-3 часа в другой день, или, допустим, третий день. И в принципе пройти. Опять же, объем обследования довольно-таки простой. Анализы рутинные, кровь из пальца, из вены, УЗИ внутренних органов у женщин по малого таза, рентген легких, колоноскопия, гастроскопия. И практически 80% заболеваний, не то, что, конечно, мы их исключим, мы просто обнаружим их на начальных стадиях. Просто хочется, чтобы наши телезрители были более внимательны, более внимательно относились к своему здоровью. Вы поможете себе, поможете мне уменьшить количество выявляемых на первой стадии, на первое, значит, при первичном обследовании, 4-й и 3-й стадии заболевания. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. Спасибо.